Идем на солнышко. Вот тут садись на солнышко. Ребят, всем привет. Всем доброго солнечного утра. Мы с Есюнечкой пришли рвать апельсины. Вот. Не рвать, а брать. Знаете, мы будем варенье? Апельсины. Апельсиновое варенье у нас будет? Мы сделаем леденцы, если у нас есть палочки большие или маленькие, попробуем. Или просто делаем такое, помнишь, что есть вот такая, ну, а потом такая маленькая конфетка, да? Да. Или мы так попробуем такую огромную, если мы попробуем сделать. Или у нас есть такие ингредиенты? Ингредиенты? Ну, мы посмотрим дома, да? Так, вот так вот мы будем сейчас собирать апельсинчики, вот, а потом сварим вкусное варенье, ребят. Буська, только так и надо оранжевое, солнышко. Давай я залезу повыше, давай. Пупсик, давай. Ну, я хочу желтый. Давай тогда ты тут стой, хорошо? Я тебя вот сюда поставлю, подожди. Нет. А я вот тут буду на парапетике, ладно? Да. Сейчас мы, ребят, нарвем апельсинчиков и пойдем за сахаром. Я вспомнила, что сахара-то дома нету. Ну, есть, но где-то не больше килограмма. Пупсик, нет, не собирай котик с пола, не собирай. Аккуратно только камеру не сбрось, ладно? Силачка такая. А где тут нету яйца? Куда ты будешь? Где ты будешь рвать яйца? Тут зеленые. Зеленые не надо рвать. Бусь, когда я залезу, пупсик? Ну что это такое не дает мне рвать? Она ж не достает. Даже с этим с лестницы она ж не достает все равно до них. Ну что это такое? Пупсик, ну давай она сделай, бусь. Короче, Яся у меня забрала лестницу. Где она может доставать? Да везде все высоко. Есюня! А, ребятки, Есюнька приболела у нас. У нее была температура ночью. Стала она нормально вроде, но в садик я ее не повела, соответственно. И мы с ней решили, что мы сегодня будем... Раз мы в садик не пошли, значит, пойдем варить варенье, говорю. Ой-ой-ой, боже мой, что нам делать? Ой, что нам делать? Нам по весу, ребят, надо, наверное, килограмма два. Вот. Да. О май гад. Много, да. Потом пойдем в магазин за сахаром. У нас закончился сахар, вчера его купили. Ну, купили килограмм, то есть пачку одну. Я не думала, что мы сегодня пойдем варенить сегодня. Поэтому пойдем потом за сахаром. Давай, сейчас дам. На пока камеру. Thank you.
снимаем. Ну, держи в руке. И Яска погнала снимать, погнала, погнала. Куксик, ну ты же такая моя умничка. Вот так, ребят, мы снимаем блоги. Что она там снимает, я не знаю, что она продолжает снимать, давай посмотрим. Нам еще 2 килограмма надо дособирать дальше. Наши 2 килограммчика. Так, ребят, ну мне кажется, что 2 килограмма здесь уже есть. Наверное, даже больше. Да, больше однозначно. Ну, значит, наварим, будем угощать других. Вот. Есть Сонечка, идем, котик, идем, пупсик. Все, домой, солнышко. А магазин? Ясно, что надо отнести все домой. А, потом пойдем? Да. С камерой? Да. Ну ладно, идем, слазь. Пупсик, ну я же тебя не понесу вместе с лестницей. На спине я сейчас заброшу вас двоих, да? У тебя лестницу на спину положу сейчас и пойду, да? Да. А апельсины кто понесет? Я вот так. Ты вот так понесешь апельсины? Да? И на мне поедешь? Да. Да? Слазь, пупсик, слазь, давай. Ну, давай, давай. Я тебе пошутила, я же не могу тебя взять, котик. Ребят, только поговорили, мы посмотрели погоду, и у нас как пошел дождь. Как пошел, как пошел. Да он, по-моему, так уже подуспокоился немножко. У нас борщик, ребята. Яска заказала, сказала, мама, хочу борщ. And it's like an ocean. And the waves, they crash and fall, and I feel the motion. 'Cause we're big and then we're small, and sometimes we lose it. And I'm drowning till I'm out, and sometimes you prove it. And you bring me back around. Give me that, give me that, give me that.